Чел написал, что кто типа за вебкой, почему типа кто, ну типа моя вебка это чей-то глаз, почему она постоянно моргает. Короче, я рассказывал уже эту историю не раз. Ну, короче, мне один раз сон приснился, как устроена вселенная. Мне, короче, приснилось то, что вот космос, в котором, типа, наша находится, типа, ну, там, Млечный Путь, наша планета, да, весь этот космос, это, типа, один чей-то организм, а вот эти планеты, это какие-то, блядь, ну, частички этого тела, и, типа, мы как какие-то паразиты живем в этом теле, а вот эти всякие черные дыры, это, типа, какие-то дырки в этом организме, ну, у человека, допустим, там всякие поры есть, нос, жопа, очко, там, уши и так далее. И вот, типа, черные дыры — это дырки этого существа, в котором мы живем. Поняли, да?